мастер Тшибонского алтаря, на немецком мастер Витингау. Тшибонь в 13 веке назывался Витингау, и художник известен под обоими именами. Был чешским художником, работавшим в Праге около 1380-1390 годах. Его имя происходит от Тшибонского алтаря из церкви Святого Элигия в августинском монастыре Тшибонь. Триптих изображает Христа на Леонской горе, гроб Господень и воскресение. Он был датирован примерно 1380 годом. Мастер Тшибонского алтаря считается самым значительным чешским живописцем конца XIV века, то есть это абсолютная вершина чешского готического искусства. Имени художника история не сохранила, поэтому сегодня он известен по названию своего главного произведения. Сохранившиеся работы мастера Тшибонского алтаря можно пересчитать по пальцам одной руки. Причем все они, за единственным исключением, находятся в постоянной экспозиции Национальной галереи в Пражском монастыре Святой Онежки. Здесь выставлены сам Тшибонский алтарь, точнее говоря, три сохранившиеся от него двухсторонние алтарные доски, Роудницкая Мадонна, распятие Святой Варвары и так называемая Церквицкая доска с изображением Святого Христофора на одной стороне и скорбящей Богоматери на другой. Единственной работой мастера Тшибонского алтаря, которая пребывает не в Праге, является алтарный образ Рождество Христово или поклонение младенцу Христу. Этот шедевр чешской готики обычно экспонируется в Южно-Чешской галерее при замке глубоко над Полтавой. Запрестольный образ изображает события вокруг смерти и воскресения Христа. На него повлияло религиозное движение «Даватио Модерна», делающее упор на созерцание, медитацию и сосредоточение на внутренней жизни. Тшибонский алтарь известен своим интенсивным использованием цвета и света, свободной кистью, элегантными ритмичными формами. В какой-то момент работа была разобрана. Две панели сохранились в Национальной галерее в Праге, а третья – в галерее Алсова и Хоческа, глубоко над Влтавой. Сохранившиеся панели «Христос на Леонской горе», «Погребение и воскресение». На оборотной стороне «Христос на Леонской горе» – томные, трогательные, розовощекие изображения святых Екатерины, Марии Магдалины и Маргариты. Неизвестно, сколько панелей составляло первоначальный запрестольный образ и как они были расположены. Всего 5 считается наиболее вероятным числом, которое позволило бы иметь 4 крыла и большую центральную часть. Работа состояла из 5 панелей. Главное, теперь утерянное распятие и 2 пары крыльев, 3 из которых сохранились. На внешних панелях, видимых, как крылья сложены, изображены группы святых и апостолов. На каждой сохранившейся панели преобладает единственная горизонтальная линия, в центре которой находится Христос. Изучение эскизов показывает, что художник часто отклонялся от своих предварительных набросков, что свидетельствует о небрежности и свежести его общего подхода. Изображения плоские, так как они завершены до появления перспективы. Они тем более примечательны богатыми и точно переданными мелкими деталями, а также использованием глазури, учитывая, что они были выполнены до появления масляной живописи примерно 30 лет спустя. По словам искусствоведа Роберта Сакейла, никогда раньше оружие не было таким острым. Картина является квинтэссенцией готики и не свидетельствует о каком-либо итальянском влиянии. Скорее, это может быть в рамках традиции богемской живописи или, возможно, франко-фламандского искусства.
Некоторые из фигур носят сильно сложенные широкие мантии или платья, и эта работа считается важным прецедентом фальтенстиля, стиля складок, популярного в богемной живописи и скульптуре 15 века. Он связан с движением «Даватио Модерна», потому что он был введен в эксплуатацию в то время, когда каноническая церковь переживала рост и реформирование. Его главный престол был освящен в 1378 году, и император Богемии Вацлав IV, похоже, сыграл определенную роль в финансировании этих шагов. Конечно, мастер Витингау был ведущим художником в Центральной Европе в то время, и заказ роскошного полиптиха не был бы дешевым. Христос на Леонской горе, на оборотной стороне с изображением святых Екатерины, Марии Магдалины и Маргариты. Христос стоит на коленях и в профиль. Он обратился к ангелу в правом верхнем углу живописного пространства. Справа от него три спящих апостола – святой Яков, Иоанн Богослов и святой Петр. Вверху слева – рыцарь в доспехах. Цветовая гамма состоит из коричневых, интенсивных красных, наиболее ярко небо и одежды святого Иоанна, и синих. Высокодетализированный скалистый пейзаж содержит стилизованные деревья и более мелкие элементы, в том числе множество цветов и птиц. Панно в целом гармоничное и красивое. Содержит характерные волнообразные линии, например, в изгибах одежды святого Петра.
Панно погребения содержит сцену из библейского погребения Христа, когда тело Христа опускают в каменный саркофаг. Его тело покрыто прозрачной пеленой, а голова – белым платком с пятнами крови. Его тело жесткое, что свидетельствует о трупном окоченении. Слева от гробницы находятся плакальщики – Иосиф Аримафейский и Никодим, три Марии – Мария Магдалина, Мария Клеопская и Мария Мать Иисуса. Над ними темная сгорбленная фигура святого Иоанна Богослова. На лицах скорбящих изображены сильные эмоции, но не отчаяние, а настроение скорби и полного размышления. Одежда служителей расписана очень насыщенными красками. Святой Иоанн одет в багряное платье, Мария – в синее платье, Мария Клеопа – в оливково-желтое. Нижняя часть изображения построена из оттенков серого и показывает скалу и небольшие фрагменты пейзажной сцены.
По сравнению с несколько приглушенной ночной атмосферой, Христос на Ильинской горе, погребение, цвета живые, выразительные, а свет богато переливается. На панели изображен воскресший Христос, только что выплывший из своей еще запечатанной гробницы. По словам Сакали, нам показан не момент воскресения, а состояние воскрешения. Художник представляет происходящее как настоящее чудо. Его цвет символизирует его пролитую кровь. Раны все еще видны на его руках и боку. В левой руке он держит длинный шест, увенчанный знаменем и золотым крестом. В левом углу рыцарь, кажется, только что проснувшийся, с благоговением смотрит на Христа. Он носит капюшон и одет в доспехи, покрытые тонкой красной туникой. К поясу у него прикреплен кинжал, а в руке он держит длинный меч и щит с закругленным выступом. Стилистически мастер, похоже, был знаком с французской живописью. Он создал так называемый «красивый стиль» – богемский вариант международного готического стиля, в котором фигуры помещены в глубокие оправы и смоделированы светотенью. Такой интенсивности никогда раньше не было в богемном искусстве, но она будет заметна в творчестве будущих поколений художников. Кроме того, влияние мастера можно увидеть в работах других европейских художников того периода. Особенно мастера Бамбергского алтаря.